В аэропорту Шереметьево таможенники задержали россиянку за незаконную перевозку полудрагоценных камней. 41-летняя пассажирка прибыла из Индии и попыталась пройти через так называемый «зеленый коридор». Чтобы не привлекать внимание к тележке, она с большим багажом, она посадила на чемоданы ребенка, но женщину задержали. В багаже обнаружили более 12 тысяч ювелирных изделий и дорогостоящих камней. Пассажирка пояснила, что привезла украшения якобы для знакомых, контрабанду отправили на экспертизу. Ну а женщине, судя по всему, грозит крупный штраф.